Привет всем! Сегодня 9 мая, день, праздник Победы в Великой Отечественной войне над фашизмом. 74-я годовщина. Поздравляю всех с этим праздником. Желаю мирного неба над головой, чтобы мы не узнали, что пришлось пережить нашим дедам в этой ужасной войне. А сегодня я планирую показать, как отмечают этот праздник в городе Полярная Зоря. Ну, сейчас 10:30, сегодня погода радует. Не то, что на майские праздники был снег, дождь. Ну, надеюсь, целый день продержится эта солнечная погода. Я думал, что никаких событий в этом маленьком городе не будет. Но, услышав рев мотора, выглянул, увидел, что байкеры с знаменами Великой Отечественной войны направились в сторону центра города. Так что я чуть попозже выдвинусь и посмотрю, что там будет происходить, и, соответственно, поделюсь с вами. И вы увидите, как празднуют этот праздник на Кольском полуострове, в небольшом городе атомщиков Полярной Зори. Акция «Бессмертная полка» пройдет по всему городу Полярная Зоря. По улице Энергетиков я видел, что там оградили улицу. Давай, давай.
Приносим мы любовь и уважение, и светлую признательность свою.